Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поддержал действия властей Бийска по вводу режима ЧС. Он назвал решение властей Бийска непопулярным, но верным. Дмитрий Кобылкин заявил, что город и его жители не должны пострадать от действий или бездействия регионального оператора, а 2-3 дня промедления могут привести к мусорному коллапсу. Также до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Добавлю, вывозить мусор в Наукограде начали вчера, решить проблему должны в течение 3 дней.